Здорово, народ, с вами Имба, и в этом видео мы отправимся в Ability Draft. Предлагаю сразу поддержать выпуск лайком, если скучали по этому режиму на канале, да и вообще, если нравится Ability Draft. А сегодня у нас герой, в котором мы совместили Клинкза, Бусикера, Войда и Никса с Алхимиком. Сразу скажу, что скилл Никса достался случайно, завтыкал при выборе, но это даже вышло нам на руку. Смотрите видео полностью и все поймете. Ну а я предлагаю вам усаживаться поудобнее и приятного просмотра, только сперва немного рекламы. Друзья, давеча мне приходилось побывать на сайтике одном SGM Luck, который, и вы не поверите, выбил там действительно несколько крутых шмоточек. А мини-игры-то какие? Вах! Сказал бы я, будь у них еще и груди. Но не будем отходить от темы, потому что у вас есть шанс получить немного халявы в виде 20 рубликов и сыграть бесплатно. SGM Luck, ссылка в описании. Слушай, только ты мне здесь не нужен, если честно. Я получу второй уровень и пойду по линиям. Так вот это и хреново. А что ты хочешь? Прям сразу? У меня левел просто, да. Да ладно, подождешь. Не сломаешься. Вот карты и руинятся. Не сломаешься. Блин, ну с двоих еще высосал, что за бред. А, у нас трипла на лайн. У меня вообще Свен. Поэтому пуш вам и нужен. Да, пуш? Че ты за фортификацию? Не-не-не, вот сейчас уже второй у меня будет, я сразу пришел. Не надо со мной рядом стать, нашу вот ворота. Вот я сейчас будет второй, а у меня был бы уже третий. Да. У нас три милишника фармят. И все кэри. О, это вон джунглер туда надо. Хотите, идите сюда, я пойду один наверх. Вы здесь втроем стоите. Давайте. Я могу лететь. Могут. Не-не-не, пусть они сюда летят. Я их троих разобью. У тебя просто три милишника, ты бы их разгонял очень. Ну вот, надо. Я лечу наверх. Летите вниз, парни. Пацаны, летите вниз. Вниз. Давайте все. Там свапайтесь. Свап линиями. Ай, крипы не погибли, к сожалению. Просто джунглер трех милишников будет гонять как это, как... Как хулиган. Как надо. В школе. А у меня тут Никс, которого нужно это нагибать. Иначе он станет сильным. Чел. Какой злой. Вот смотри, давайте его, давайте. Кидай скиллы там все. Угу, кидай пассивку. Вот. Ой, он больше не подойдет. Чекам, он только похилился. Там рунки, контрольте. Да. Чекам, он за руной беги пока. Ё-моё, как же сложно вас хитить. Пока суд грёбаным. О боже, что он здесь делает? Юрия, у тебя станы есть? Я верну, поеду. Не, у меня пока пассивка только вкачана, не знаю зачем. Зря, ща будет. Ага, вот нам стана не хватало твоего. А есть у кого-нибудь деньги? Купите вард, выкиньте на базе сейчас. Есть вард? Ага, ну ладно, я был готов покупать. Ауч. Начинаем со станов Юрика. Погнал! У вас там уже замесло все. Я теперь. Так. И все. Легчайший. Показали кратчайшую дорогу за Зеленотор. Три стана просто вот. Только пораньше бы тот первый был бы идеально. Ну ладно. Я смотрю, у вас там весело, да? Да, мы просто три стана кидаем, чувак не может уйти. Никак. Вот я же говорил, станы в этой игре это победная вещь. Да, станы в любой игре победная вещь, контроль важен. Просто никто не ожидает от Пуджа 2 стана. Это да. Бесишь ты меня. Да, есть некоторая проблема с моей маной, конечно. Нам нужен вот этот вот Войд, чтобы его еще раз убить. Сейчас я пройду. Ай-яй-яй, 30 хп. 30 хп и 200 хп. Челы уж. Эх ты. У меня Свен куда-то, не стоит. Че же у него вардов нет? Ну, одного я убил. Ну, я не понял, почему они не разгоняют меня? Нам Войд нужен. Мы можем опять убивать. Бегу я без ботиночка. А чё ты вообще убегал? Я вард поставить. А. На топ? Не, на мид. Вот сейчас один заряжает опять так же. Фьюрик заряжает в кустах свою эту. Махинации свои. Я руны заберу лучше. Вы я там, если это... сильно грустно, хотя у вас такие линии сложные. Точнее, у вас такие скиллы опасные. Вас там задоминировать шоу довольно сложно. Можешь руну забрать сверху. А что там? Я не знаю. Здесь нету вообще этого самого краба Никса. Ну он сейчас подойдет. Он должен где-то тут быть. Он же не может не получать уровень. Ты куда летишь?
Я их спугнул. За... Хорошо. Чтоб они от джунглера встали. Стратег. Стратег, да. Я смотрел фишки от НС. О, а я, здоров... а я здоровался с НС за руку. И что еще? А я ел пельмени вчера. НС ко мне такой подошел и говорит, привет, Алькор. Я говорю, привет. И руку мне тянет. В это время, кстати, Дред сидел на полу, грустный. Не знаю почему. Чего он грустил? Не знаю, он грустил на полу сидел. Не хотел в КБУ поиграть. По-моему, Никс пошел в леса фармить, или я не знаю, где он есть. Устал парень? Хотим проверить его? Ну, что-то мне подсказывает, что в лесу. У меня сапога, правда, нету. У меня сапога, то есть, нету. Мне тоже. Но у меня не есть попал, стана, братан. Ну, меня разгоняет кто-то. Но уже хилится. Я разгоняю всех. Я не знаю, так что, я экспи сюда фармлю тут до максимума. Я не догоню, по-моему, колбой. Или догоню. Я просвечу. Понял, вот, или догонишь, к вам приходить. Куда? Да грёбаный мисс. Ну вот, видишь. Нам не надо, у нас все идеально вообще. У нас контент. Я вообще могу прийти к джунглеру, мы втроем убьем всех абсолютно. О, есть ТПХ у кого-нибудь? Я могу к тебе прийти. Есть. Как догангаешь в доте. Свена нету. Слышите, что говорю? Соло! Давай, давай! Просто соляр! Боже, что вы там творите, парни? На, подойди. На, пиши. Ой-ой! Вонючий сзади! Он тут. Сильно большие проблемы будут, кричите, прилечу с ультой. Свен вернулся. У меня не нашел! Нет! Изи минус 3. Пойдемте наш Райан. Выпьем. Да. Что Райан? За такое надо выпить. Куда укажу? Просто обязательно. О, и надо вот этого опять убивать, иначе он же очень жесткий станет. Убей одного, чтобы другие боялись. Опа, манки насыпал. На манку мне тоже нужна. Так, у кого там блин? Закончилось не вовремя. Погнали его убивать. Сейчас меня кто-то разгоняет жестко. Так я ж... А да, не, там джунглер вешает. Нет? А что, чем вы там занимаетесь? Ну вообще, парни? Да, как бы я хп-то там много отнимаю. Вы хотите Свену привет передать? Ну а тут где стоит? Где он? Ну, стоял там, но вы вовремя. А, вот да, он. Вон он. Ну все, пойдем, он уже мертвый. Здесь в инвизе один человек ходит. А что у него за ульта? У него ульта умереть. Да. Интересно, ультимейт. Подойди ко мне. Подойди ко мне. Так иди ко мне. Да. Так иди ко мне. Зачем я ульту прожал? Пойдем наверх. Зачем? Пойдем. Нам нужно снизу нагибать этого, он иначе выформится очень сильно. Если мы сейчас не нагнем нормально этого, то кого? В итоге нам будет очень больно делать. Кого вы там нагнуть хотите? Нюкса, он руны собирает. Краба это. Готовы нагибать Нюкса? Поехали. Я тут, кстати, почти спушил. Да вы его и без меня. Еще один такой ваш заход, и мы, в принципе, спушим. Я думал, он просто решит через крипов уходить, а не туда. Но он не додумался. Там что-то против джунглера они бякость готовят. Разошлись или что? Нормально. Маны мне не хватает жестко. Что собрать мне на ману? А, у меня квиккаст на куполе не отключается. Так, аркан не хватит самих? Не очень делать? Мало. Это боже, Майдан, Свен страдает. Собери себе Каю. Иллюзии. Парни, у меня квикас не отключается в кастомке на куполе. Типа, я не смогу нормальный купол в этой игре дать. Да ладно, не бойся, никому тут купол не нужен. Ну прям такой, знаете, был. Ювелирный, типа, не получится. Вы купол никому да, и не какая нужен. Какая разница, какой-нибудь поставь там краешком одного зацепи, остальных всех Алькор застанет. Мне кажется, будет примерно так. Так, линза неплохо зайдет изначально на ману. Дальше уже глянем. Ах, блин. У тебя нормально все, джунгли? Да. Вы там, если наверх помощь нужна будет, кричите, потому что Чикамон, Свен... Чикамон очень Свена плохо тут играет, нет. Честно. Чикамон подлетает, не сообщая другим. Типа, если бы вы меня подождали и сказали, давайте сделаем, мы бы убили троих. А ты сейчас только... Опа. Давай. Я на тебе шар. О, найс. Есть ульта, если что, Зевса. А берите, боже, пускай дерут со мной. Ты вплотную подходи. Нормально. С шариком. Ух ты, мама. Я тебе дал фласку. Спасибо. Забери меня, мама, домой.
держу. Я готов опять врываться, мана фул у меня. Я они варшу сломали? Обновил. Они варшу сломали. Подойди, я тебе еще одну фласку дам. Да не надо, я у меня тангус есть еще один. Тем более бешеный, накачанный стероидами. Боже, как же у вас там весело. Можно к вам? Легчайшая просто. Да не, щит против милишников это вообще забей просто. Смотри, кого нашел. О, Свен вернулся, привет. Ну, молодец. Ты, поможете здесь? Вы там, наверное, кто-то с пассивкой Сикера очень быстро бегает сейчас. Лол, забавненько. Кинул через shift эту, а она через shift не прижалась. Смотрите, что творит. Смотри, кто ее. Давай. О, да тут вонючий. Да тут Свен решил мне привет передать. У нас тут Никс бегает. У меня Свен в инвизе. А он, интересно, с прокаста заберет меня? Может, мне кому-то к вам? Давайте сверху прилечу, просто спушим их чертям собачьим. Кому-то мана нужна была? Мне? Давай. Арканы вложим. Давай. Или вниз помочь лучше. Да я умираю здесь в любом случае. Внизу лучше пока помогай. Ну, а я внизу поставлю. Мы тут справимся. Фури, там у тебя кура не летела. Там... Да, я вижу. Станов немного внизу? Что тут у нас? Ой, дикей, это неприятно. Ну, вот он умер, например. Соло. Опа, чуваки, да. Там 10 станов сидит. Ну смотрите, кого нашел. Накинул на тебя шар. Не попал. Можешь вплотную к нему подходить. У меня маны нету пока. Не попал. Мана, пацаны, мана. Начинается силу спушим, воровать. Сами можем. Конечно можем. Так, я танковать не хочу. Так, не по таймингу, понял. Она тебя любит. Так она тебя любит, Джумль. Ребят, ой, приходите вниз. Ой, не один бегу. Кто там что с танами? Приходи вниз. Вниз? Так, да. Ну давай. У меня просто маны не так много. На соло ринг есть. Я нашел пацанов. Есть. Парни, купол есть. Да, походи пока рано. Где тут? Вот он, пацаны бегают. Вот. Я застанил, изи. Затем тоже выдвинулся уже. 5 секунд телепорт. С маной бегу. Просто так. Отлично. Тебе. На тебе за ту фласку. О, маны мне кто-нибудь даст? Я дал уже. Кто у нас кэрин? Пошел на. Ну а сейчас еще мана будет. Вот вам еще мана. Так, ты куда бежишь? Вот. Крип-псих. Так, ферстав собрать, я вот думаю. Сам джумлер улетел на километр уже, а крип все еще за ним пытался. Ого! Ой-ой-ой-ой-ой. Это ошибка. Ты на кого руку поднял? Брат, сват, квадрат, антик вариант. Как там вам станы заходят? Нормально? Видимо, понабрали топчик. Атакующих способностей. Ты знаешь, как на улице просят показать дорогу до Солянатория? Стану я сюда, наверное. Блин, я так подумал, типа, я сейчас возьму грифсы, куплю, и у меня скилл еще, который захиливает. Я вообще буду таким нормальным саппортом. А, у тебя, да, я вижу, у тебя. На. А, это Soul Ring прожал вроде после, да? Да. Ну подожди, тут тебе дело не в Soul Ring. Что, может, в мид выйдем там, привет ребятам передадим, или пропустим? Ну, вот мы сами фидит уже. Но они сдаются, походу, морально, я хз. Фидит прям? Ну, курица сдохла вот здесь. Ну, чувак специально подвел в центр, вот сюда. Но он этот, он должен умирать. Вот. О, смотрите, Свен! Ага, он в инвиз ушел. И вот еще один. Сейчас палим. Вот он. Я к вам. А есть вижен? Да. Ага, о, Фьюри, догони только его. О боже, ладно. Ну я пытался. У меня не хватает рейнджи, чтобы кинуть любой скилл. Ой, знаете, он мне надоел. Где он? Куда ты он заколебал уже? И а где куда? Ты? О, привет. О, ты друга привел. Ой, купол. А я могу в куполе? Озонил алхимика, пацаны, озонил. Да, ты тоже можешь в куполе. Ну, это нечестно. О, а нормально. Вот и скилл мой прикатился. Вот ты говорил, работает, что это бесполезный скилл. Так ты и говорил. Да? Ну ладно. Да. Всех... 3.21, я в шоке. Ребят, вы вообще нормальные? А кто там умер? Все умерли. Ух ты! Ух ты! Погнали, он тоже этого заберем. Смотри, что делает вонючий. Давай, атакуем его. Кидай. Насилуете. Окей.
Да у нас тут 3 стана в человека. Смотрите, да еще. У нас, кстати, как-то рандомно хорошие скиллы получились. Кстати, реально половина наших скиллов были рандомные. Ну, я намеренно собирал все станы в игре. А человек со станами можешь ко мне поближе подойти? Куда? А где ты? Вижу тебя. Кого-то мне напоминает титан. Ах, линзу бы сейчас. Осри бегает, чувак, в инвизе тут. Пусть бегает, я под вардом стою. О! Смотри. Так что, деремся? Да, конечно, ульт бегла пошел. Уже щит. Ага. Слушай, да я просто стою со сторонки, настреливаю тут нормально. Так в этом вся и суть, это... Ой, не тому дал. А ну стоять, бро! Ну ладно. Просто тимвайп. Он просто пытался убежать куда-то. Давайте через мид пройдем. Он хотел к маме, а вы... Ой, какой-то, понимаешь, талант интересный. Давайте, они еще... Подожди, все эти станы еще и кдшатся очень быстро. Я забыл, мне же агоним нужно. Сколько урона. Ой, а кто это такое? Что это такое? Че это я встретил тут по дороге? Смотри, у него инвиз. Да, аккуратнее этот парень с инвизом. У меня доски есть. О, а вот и линзочка пришла, любимая моя. А все скиллы направлены. Боже, какая классная штука, этот, лапки сикера. Постоянно лапки с хпшкой бегаешь полный. Какая. Особенно, когда стоишь штука в сторонке, настреливаешь, и тебя никто не трогает. Пассивка сикера, вот это действительно классно. Ну, пассивка сикера тоже приятная вещь. Куда? На, покушай. Но! Ничего, нет! На урон нет, да. Да. Ага. На маны. Там у меня на фул. Пойдем. Мне не важно. Да. На, еще покушай. О, нормально. Знаешь, я еще могу тебе вот так сделать. Добивай крипа. Вот своего добил. И курицу еще. Ё-моё, ну вы курицу. Тамбу могу хилить. Куро-курофиды, это уже все. Это уже приехали. Курощука. Если бы курей можно больше купить было бы. Что бы сейчас было? Братан, ну ты чего? Ну, вот жизнь ничему не учит, да? Не думал, что это будет такая изи-катка. Так. Ой, сейчас меня тычечка, смотри, сейчас. А куда он? Он передумал? Кидай! Он там, где-то. В соло. В соло чисто забрал. Даже попал по нему, кстати. Может, сверху тогда? Бежит, братан. Курощуп. Как считаете? Смотри, поймал их. Ой, сейчас тычечку дам. Так, раз, два, три. А, это не моя была третья. Не хотел просто взрываться. В следующий раз будут знать, что количество станов это самое важное. Да. Не надо это никому знать. Ой, сейчас силу украдет. У всех. Сейчас пожалеет об этом. Черт, а где досты? Бам. А вот досты. Зачем тебе досты, если он и так умирает? Я взорвусь. Без его я в шоке. Нормально взорвался. Тебя задонаете? Не-не, спасибо, спасибо. Вот это их разрывает. Ого! Изи. Не вернул? Ну-ка я себе, наверное, Dragon Lens. Он не успел, не успел. Почти украл тебя. Пойдем наверх. Можешь рапирку собрать. А какой смысл в мидосе? Я буду сейчас быстро бить. Ого, так ты мог собрать что-нибудь на быстро битие. Например. Быстро, ну, опыта получать битие больше. Ну типа сапог у меня есть, я взял перчатку. А, теперь броня. Все, ты логичный парень. О, смотри, они выдвинулись за Зевсом. Вижу. О. Погнали, погнали им, расскажем, что это неправильно. Пойдем. Да, а, парни, расскажите им. А ты подержи их, побегай так, чтобы они типа, ну, подумали, что ты это. Ты беззащитный маленький мальчик. Что-то сильный. Давай свернул. Только не умри. Да. О, смотри, втроем выдвинулись. Вот сюда, иди вот сюда. Я бы достал эти станов. На руну, да, на руну инвизы, иди. Нее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 ee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 e
Ну ладно, вы их все равно всех убьете. Не добежишь! Не добежал. Все, а этого убили? Ладно, давайте да, теперь постреляем. Это называется размен. Забайтили. Да. Байт на Зевса. Но на самом деле я думал, что он тебя не поймает, но он тебя поймал. О, сейчас бы стилить. А сверху, да, не сверху, а что, он взрывается каждый раз, когда я колбу кручу, что ли? Я не пойму. Я все киллы в соло сделал. 10-0, 7-0, 6-0.
А че тут куры нет текстурки? В смысле, у куры нет текстурки? Ребят, как назвать персонажа? Клинксарейджер? Аухиклинкс? Аухиклинкс? Аухиникс? Аухинкс? Ну ладно, Аухиникс. Тоже звучит неплохо. Климик, о, Климик. Клитер назови. Я думаю, кликать будут много по такому названию. Назови клитер и зацензурь это. Да, из-за цензуры. В доте, да. И типа, я просто знаю, что такое кликбайт. Ну ты что хотят, воняют, понял. Воняют? Серьезно? Где кто воняет? Ты что делал, блядь? Курощупы. Ого, ого. А меня, может, меня хукнешь? А, ну этот парень умер. Я в шоке. Что у вас тут замесы? Там вечеринка, ну, такое... с украшением. Дискотека. Купол. Авария. Купол? Опа, стоять, братан. Опять. Где чё? Да у меня 400 хп, типа, если бы колба меня ударила, мне бы осталось. А ты специально хп. Специально хп тратишь. Фьюри просто ворует, мы же все это знаем. А вот эту башню никто не хочет побить. Какой? Да ты ее бей, да, сейчас мы сверху другую тут разберемся. У нас свои башни. Вот там, день мана. Так, имба, ты не того бьешь, имба. Бей барак. Я крипов бью. Да все нормально, мам. Деньги. А, ты все еще за деньги переживаешь. Да, ты что? Сдались, иди вдруг тебе. Вдруг сейчас проиграем. Не в деньгах счастье. О, пацаны, смотрите! Вообще, Тамба! Ёпер, это что сейчас было? Я в мэр. Ай, герои не вмирают! Это было реально жестко. Там просто все собрались на мои станы. Все толпой встали. Такая именно равага под копом Никса. Угу. Как я хиляю, а? Вы видели это? Вот ты сволочь, ну, какая. Я умру даже, пацаны. Ну, придется выкупить, что поделать. Опасный момент, просто подожди, смотри, а сейчас. Подожди, будет в моем куполе ходить? Пойдем на фонтане, если купол поставим. Если бы у меня фласка... Да, это... вдвоем будете ходить. Гол? Не, рубрика эксперимента. Давай вот этого вонючего убьем. Эксперименты. Умер. Курощу. Проверяйте. Ой, чурач такой большой. И вот этого. Имба шоу. Счастья, здоровья тебе. Пошло ты утром, пошел. Я не успел прожать таймболк. Ай, жесть. Ладно, там не допусти их хоть без меня. Слабый бой. Слушай, на самую очевидную штуку попался. Да. Что делаешь? В шоке. Собака. То чувство, когда ты забыл в Ability Draft, что не обязательно быть поджом, чтобы хукнуть. Да, вон, например, как... Еще один забой. Опа, ну-ка, пацаны, стойте вместе! Это тактический байт был. Что-то купол какой-то странный. Тактический фидбайт? Да, купол какой-то странный. Минус Зевс. О, ты смотри, живой. А, он мог спасти, кстати. Я же закрыл, чтобы фонтан не бил. Да. Ну ладно, ну что, погнали? Смотри, они сейчас вас там закончат еще. Кого они закончат? Ты о чем вообще? Что ты несешь? Смотри. Парни, бегут. Кто там кого заканчивает? На всех парах. Кто там кого заканчивает? А ну стой, бро. О, гем нашел. Бабах. Полетел вниз. Ты его даже с руки не добил. Я никого не бью, просто патрона тычечку дать. Не успеешь. Давай, я все, пошел наваливать. Все, я вам игру выиграл. Аплодисменты мне. Вот такой у нас сегодня Ability Draft был. Друзья, спасибо большое моим корифанам, которые помогли этот видосик записать. Я надеюсь, он вам понравился. Был довольно легенький какой-то. 8.51. Я в шоке. Ого, мне итем выпал. Если вы хотите больше Ability Draft, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. А с вами был Имба Шоу. Увидимся в новых сериях. Всем пока и всем удачи.